конечно. Сидит. Есть? О, рыба. Рыба. Джик, джик, джик. На что? Поролон твой. Хороший. Не, не очень хороший. Зачет, но не трофей. А может быть собака. Тихо, 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 тихо. Тут прилично. Вот она. Тихо, тихо, тихо. Зацепился. Пятерочка. Пятерочка. Давай. Оп. 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 Вот она. Вот она. Санечка, сделай фоточку, пожалуйста. Сейчас. Красотулечка. Ну, не трофей, но приятно. На фоне того бесклевия, которое у нас было по судаку, честно говоря, вот это уже как-то, ну, нормально, нормально. Давайте, отпускаем ее домой. Домой. Опа, давай. Ну-ка. Что-то она такая... Ой-ой-ой, нет. Она очень нормальная. Хорошая жабка. Ну что, Сань, а вот теперь с открытием. Всем привет, меня зовут Гущин Кирилл, и я разработчик спиннингов Nordstream. Открытие спиннингового сезона 2021 года, начало июня, я приехал к своему другу Александру Богилкину на Чебоксарское водохранилище, где мы будем пытаться поймать кого-нибудь. На самом деле, вот перед тем, как записывать это приветствие, мы немножко пробежались. На самом деле все грустно. По судаку, который обычно в этот момент очень активен, и его много, и он крупный, вообще никак. Не нашли? Судака нет. Не нашли. По щуке пока непонятно, будем искать, смотреть. Посмотрим, что будет. Сань, я тут новые серии оттестировал. Вот хочу, чтобы ты одной палкой как минимум... Да, поймал. Я уже посмотрел, мне понравились на потрях эти палочки. Ну, потрях потряхом. Да, но будет, надо. Будет новая топовая серия. Да, почему Саня? Потому что Саня у нас склада богатырского. И если в руках не сломается у Сани на очередной подсечке, коряки, значит, палка будет жить. Шутка, конечно, но в каждой шутке. Все, смотрите нас. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, собственно говоря, чего делаем? Встали на прогоне, встали на течении. Правда, течение, как я уже говорил, в этом году нет на открытие. И мелкие коряшки на 6-7 метрах. Вот там, по идее, и лунки должен быть судачок. Причем бывает хороший судачок. Есть. Да. Угу. Приятный размерчик. Нет, она просто решила побуянить. Ваня, трешку, а то и меньше. Меньше. Вот она, оп, молодец, смотри. Она сейчас сама выкинется. Да? Да. Оп. Маленькая-маленькая. Дырка в подсадчике. Дырочка в подсадчике. У нас Саня рыболов опасный, поэтому в его подсадчике, который рассчитан на нормальную рыбу, один из немногих. Мыши прогрызли дырку. И увидели мы это, простите, только вот здесь на воде. Поэтому стараемся как можно быстрее взять рыбу, чтобы она не бежала сквозь дырочку в подсадчик. Ну, это вот мелочь была, трёшечка где-то не больше. Но мы ее честно взяли. Нет, честно взяли. Везет как утопленником. Полчаса назад была дичайшая жара. И вот смотрите, чего идет. Сейчас будет ливень, сейчас будет хорошо.
Не очень большая. Оп, молодец, молодец. Не надо пачкать. Вот для этого места рыбка-то очень небольшая, на самом деле. Такие здесь обычно едят. Но с общим клевом, как бы, и это неплохо. За эти годы я, по-моему, такой размер здесь ловлю первый раз. Вообще щеренка. Ну, сколько? Килограмм полтора? Я чуть больше? Меньше. Нет, нет. Это за килошные, уверены? Вопрос в... Даже не в этом. Вопрос в том, что таких здесь едят. Это корм. Это не хищник. И, кстати, очень плохой знак. Это значит, что серьезной рыбы, вот конкретно, как минимум в этой точке постановки, нет. Значит, что здесь вообще на самом деле такое? Здесь идет свал закоряженный. Вот. И наверху прям реально поле коряк, в котором живет крупная рыба. А рядом глубина там до 14 метров. Поэтому сюда вот именно крупная хорошая щука выходит поесть. Понятно, что если стоять весь день, ее даже можно и дождаться. Если сразу не попалось. Но ждать мы, конечно, не будем, интересно. Поэтому обычно приезжаем, проходим, там несколько перестановок. Отрываем 2, 3, 4, 5 приманок, потому что здесь это вообще нормально и стабильно. Зато есть шанс как бы поймать что-то хорошее. Но сейчас вот мелочь. Так как мы сюда ездим годами, у нас прям есть уже четко проверенные точки постановки, с которых берется рыба. Вот именно проверенные, не просто там нам так показалось, нет. А именно многолетней практикой поимок здесь. Есть рыба. Блин. И корягу. Корягу. Это номер два. Ну, вот и все. Оторвался. Коряжник злой, но в нем сидят злые щуки. Она, когда клюет, очень часто бывает такое, что она стоит под корягой, из-под коряги вылетает, приманку хватает и сразу назад. Вот сейчас так и получилось. У меня поклевка. Буквально один рывок, и она под корягой, и все. И уже ничего не сделаешь. Что-то ни поролон не спасает, ни силикон, ни никакие не приманки. Ну, вот я перевязался. Сейчас пока перевязывался, недалеко от лодки выплыла и плеснулась щучка такая хорошая, килограмм на 5. Я думаю, та, которая клюнула и в корягу ушла, уже не клюнет, она накололась. Попробуем другую поймать. Но это же интересно, когда ловишь визуально. Когда рыба показывает себя, и ты понимаешь, где она там примерно может стоять. И что у нее хоть какая-то активность есть. Она не сидит под корягой, не молчит, а плещется, радуется жизни. Нет, коряжка. Что-то. Вот. Сейчас мы поспорим, кто это. Сачок, что ли? Ну какой сачок? Нет, до сачка дело не дойдет. Ой. Ура! Мы поймали судака. Но это уже судак. Как минимум, это уже судак. Прям. Ой!
Ура! Мы поймали судака. Саня, это первый нормальный судак. Первый, смотрите, первый. Вот он. Закатный судак. Самое интересное, что прям рядом с базой. Чем мы мотались-то весь день? До базы идти 5 минут. До точек, где мы сегодня были в поисках вот его. Час? Это судак. Самое главное, мы сделали, мы поймали этого неуловимого судака. Никто не может здесь поймать судака на открытие. Офигеть. Хорошая рыба. Хочу, давай. Ну как, может быть, двушник. Давай. Дави. Ничего это. Все возьмешь, да? Понял. Это жар. А мы так наделись на судака. Я вообще думал, это судачок. Покрупнее. 2 с копейки. 2 с полтом не будет. Ну, подавило хорошо. Ну, вот небольшая щучка вечерняя. Я ее, честно признаться, спутал с удачком, потому что такой жесткий довольно-таки был удар, уверенный, на свале, где-то метрах, наверное, на 6. Давило так хорошо, думал прям больше двушки судак. Ну, щучка красивая, борзая. Пролоночку скушала в лед, заглотала прям в самое сердце. Опять маленький судачонок или бершонок. Сейчас мы посмотрим. Судачок. И на этой пессимистической, я бы сказал, ноте мы заканчиваем. Вот, все, хватит. Саня, какие наши результаты? Можно выразить 2 словами. Рыбы нет. Нет, на самом деле она, конечно же, есть. Где-то. Мы умудрились прожариться на солнце, попасть под серьезную грозу, от которой еле убежали. Правильно? Замерзнуть. Все, рыбу хорошо. Мы поймали, ну, честно говоря, положила руку на сердце, просто стыдно, минимум. Такое ощущение, что вся бастует. То есть щучек мало. Там и щук-то не был, там самая большая, сколько? 5? Ну да, щук, наверное, 5 была самая большая. Вот. Судака, ну вы видели. Это единственное. Все остальное, это вот что-то где-то там ниже плинтуса абсолютно. Все, на этом всего доброго. Пока. Не постань чешуи. Хороших поклевок. Все, всем пока, увидимся на канале. Всем пока.